Добрый день, уважаемые жители республики. За последние сутки госпитализировано 45 человек, или 4,4% от общего количества выявленных 1019 случаев. Из них 30% – это жители города Якутска. В районах республики 70%. На 24 февраля лечение в амбулаторных условиях получает 92% пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В стационарах получает лечение 8%. Хочется отметить, что на сегодняшний день помимо штамма омикрон циркулирует штамм дельта. В 40% случаев этот штамм вызывает тяжелые формы заболевания. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы не у вакцинированных пациентов. Первым компонентом привиты 593 566 человек. Это составляет 82,8% взрослого населения. Ревакцинацию прошли 59,3% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в следующих районах: Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Алданском, Аймекунском и в городе Якутске. Необходимо отметить, что надо в срок проходить повторную вакцинацию, то есть ревакцинацию, так как это создает устойчивый иммунитет.